Здравствуйте, уважаемые подписчики. На обзоре посылочка, которая шла 24 дня. Ее стоимость $2.38. Продавец указал доллар. Посылка не отслеживалась, заговорил, да? Так, давайте откроем, посмотрим. Это, кстати, у нас недавно похожий товар был. Это у нас визитница. Визитница, или можно кредитные карточки, банковские карты пластиковые, тоже в них хранить. Смотрите, он, конечно, продавец очень рисковал, посылая в таком пакетике такой товар. Хорошо, что на него никто не наступил. Так, нарисована стрелочка вниз. Нажимаем, открываем. Сейчас я схожу, возьму карточки, посмотрим, как оно смотрится с картами. Возьмем наши карты с нашей визитницы, которая недавно обозревалась. Ну, вот так вот. Они входят. Закрывается. Открывается. Механизм. Не знаю, надолго его хватит. Вот такой вот. Вот здесь раз, два, три, четыре, пять, шесть отделений. Но я думаю, в каждое отделение можно, ну да, две карты легко входят. Ну, с этой стороны у нас ровное дно, с этой вот такая вот. Давайте посмотрим. Края. Да, это я заказывал, меня попросили. Это, можно сказать, товар под заказ. Человек нашел, ему понравилось, мы ему передадим. Стоимость этого товара $2.38. Все, всем спасибо, до свидания.